23 июня – день розового фламинго. Фламинго невозможно спутать ни с какой другой птицей из-за особенностей строения тела и удивительной окраски оперения. Эта птица завораживает своей красотой и является одной из самых удивительных птиц на планете. На Земле насчитывается всего 6 видов фламинго, и розовый фламинго – самый крупный и самый распространенный. Название, которое розовый фламинго получил за цвет своего оперения, переводится с английского как «огненная птица», а особей, окрашенных в самые нежные розовые тона, называют птицами утренней зари. Если птица изменит свой рацион, ее расцветка тускнеет и становится практически серой. А молодые фламинго далеко не сразу становятся розовыми. На это им требуется не менее 3 лет. Кстати, летают фламинго редко и не очень охотно. Хлопай перьями, давай, потанцуй, здесь просто рай. Клюв вперед и на взлет. Клюв вперед и на взлет. Собираемся в полет, путь дорога нас зовет. Закуски отдыхай, веселиться не забывай. Клюв вперед и на взлет.